В День России в парке «Сфинксы» Армавира царила праздничная атмосфера. В рамках фестиваля «Русский мир» здесь развернулась тематическая площадка кухни народов мира. Сегодня мы приготовили большой плов, 220 литров плова мы приготовили. Это уже зашло, как говорится, в традицию. Вы уже, наверное, видели, мы тонну мармелада на День города готовили. Сегодня мы решили плов приготовить. Мы его готовить умеем все. Ну, такой объем мы никогда не готовили. За счет этого мы пригласили прямо с Узбекистана человека, который этим занимается. И вот он, наш повар, который это все готовит. Всего было приготовлено более 2000 порций плова. 40 килограмм риса, 40 килограмм мяса. Это два барана, мы сами его лично вчера резали. И также 60 килограмм получилось у нас морковки и также лука. 12 литров масла плюс сюда еще ушло. Волонтеры помогали представителям национальных общин раздавать тарелки с ароматным угощением. Армавирцы с удовольствием пробовали плов. Сегодня я пришел в парк «Сфинксы» на праздник День России, пробовал плов. Плов очень вкусный, я очень рад, что пришел на праздник. Главная цель акции – подарить отличное настроение всем жителям города. У дегустационной площадки выстроилась целая очередь из желающих отведать ароматный плов. Мы россияне, и для нас гордость, когда мы собираемся 12 числа и отмечаем этот многонациональный наш любимый праздник – День России. У нас, как вы знаете, в Армавире где-то более 120 национальностей проживает, поэтому мы считаем, что самое главное, что нам достался завет от наших предков – это беречь дружбу, взаимопонимание и чтобы был мир на земле. 12 июня все жители города собрались в одном месте, чтобы отпраздновать этот день. У нас очень многонациональный город, у нас более 100 национальностей. И этот праздник на самом деле именно вот как мы все на разные национальности, мы здесь все россияне. И это на самом деле наш общий праздник, праздник добрососедства, праздник россиян. В День России армавирцы сплотились, чтобы показать всю мощь нашей державы. Для нас, россиян, не существует национальности. Мы все живем в России, поэтому мы считаем, что это наша родина, которую мы должны беречь. Спасибо нашим бойцам, которые сейчас в СВО защищают границы нашей России, дают нам мир и спокойствие. Марина Локтева, Александр Герасименко, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».